Мы находимся в Цзунхемчихском Кажуне. Мы приехали по просьбам и жалобам жителей, которые нуждаются в решениях острых проблем. А именно каких, вы узнаете в нашей передаче. Как у вас проходит ремонт кровли средней школы? Наша школа построена 1938 года. С этого года кровли не ремонтировали. Поэтому во время сильных дождей дождевые воды протекают в классы. В прошлом году был создан специальный класс СОС, цифровая образовательная система. Во время дождей потолок этого класса тоже обрушился. Мы по этому вопросу обращались к председателю администрации Цзунхемчихского Кажуна. По ремонту школы мы обращались к председателю администрации Цзунхемчихского Кажуна Алексею Чанзановичу и начальнику управления образования Салдыс Григорьевичу. Они нам сообщали, что в этом году в бюджет управления образования заложено 260 тысяч рублей. По отопительной системе в начальной школе что можете сказать? С основания школы отопительная система не менялась. Частично было заменены батареи в 2013 году со средств школы, но этого недостаточно. Ржавчина заедает и в других местах. А в 2019 году мы подавали заявку в управление образования Цзунхемчихского Кажуна со сметой. Сегодня ждем ответа на эту заявку. Особенно проблемные участки зимой мы сами заделывали и обматывали резинами. Проблема отопительной системы есть во всех классах. Вообще надо менять всю систему, капитальный ремонт сделать. Потому что здание старое, давно не менялось. И каждый раз мы своими руками все это частично делаем. К нам в редакцию поступила жалоба от жителей Баян-Тала, что недостаточно сегрегирования данной дороги Чадан-Име. А что можете сказать по этому поводу? Раз в месяц сегрегируют дорогу. Так-то эта дорога относится к селу Име. А наша дорога вот до села 3 километра. Наша основная дорога через Сюткол. Экономическое развитие села зависит от дороги. Вот поэтому дорога нуждается в ремонтировании. На балансе Туавтодор относится дорога. Не раз обращались каждый год, кто нынче работал председателем села. Тоже обращались. Я в прошлом году тоже обращались. Вот до сих пор нет ответа. Будем отправлять письма, пока не получим ответа. Будем пытаться. Жителями села Тывыхая вносится просьба об асфальтировании подъезда к селу. Всего подано 6 обращений. Гражданами отмечается плачевное состояние подъезда. Здесь 800 метров. Также на частую поломку автомашин. Да, действительно, ремонт к подъездному дорогу в нашему селу, то есть село Тывыхая, остается актуальным проблемой. То есть наши односельчане неоднократно поднимают эту вопрос, то есть ремонт подъездному дорогу, то есть у владельцев транспортных средств часто ломается машина, и вот имеются такие жалобы, и мы
В связи с этим мы в прошлом году, то есть в 2020 году, коллективные обращения правительству на имя Шолман Валерьевича Караула сделали письменные обращения. В ответ получили перечень поручения главы Республики Тыва Шолман Валерьевича о том, что в 2021 году, то есть на первом квартале март месяца начнется какие-то работы, и там ответственным на контроль поставили Пады Олега Ожоговича, то есть заместителя председателя правительства Республики Тыва. Но со сегодняшнего дня мы очень надеемся, чтобы нашу подъездную дорогу сделали на нормальное состояние. В лучшем случае, чтобы сделали асфальтирование дороги. В рамках поручения главы Республики Тыва 28 декабря у нас ведется разработка проектно-сметной документации к подъезду к селу Тывихая. Протяженность подъезда составляет 800 метров. У нас источник финансирования имеется. В настоящее время ведется подготовка аукционной документации для проведения торгов в целях определения подрядчика. Реконструкция к подъезду запланирована в рамках комплексной программы развития сельской территории. Это государственная программа Российской Федерации. В текущем году в рамках данной программы, госпрограммы, у нас ведется реконструкция автомобильной дороги подъезд к селу Субажи и автомобильной дороги Карахак-Черби Кызыльского района. Источники финансирования, вот акционная документация готовится. И в течение какого времени в этом году будет? Да, разработка, сроки у нас в течение 3-4 квартала, подготовка проектной документации. И надеемся, в этом году у нас уже запроектируют подъезд. Сам ремонт дороги, реконструкция подъезда ТВХЯ будет запланирована в 2022 году в рамках комплексной развития сельских территорий. Это государственная программа Российской Федерации. Мы ответили на все ваши вопросы, дорогие телезрители. Если у вас возникли нерешаемые проблемы, то мы постараемся вам помочь. Обращайтесь в наш телеканал Тува-24, и мы приедем к вам. Над программой работали Инна Клоян, Владимир Сюртук, Айдын Кулор, Тува-24, Дзунхемческий, Кажун.